2 года назад Алиса со скандалом рассталась с Андреем Аршавиным, который в свое время ушел к ней от Юлии Барановской. После разрыва со спортсменом брюнетка серьезно заболела. Во всех бедах женщина сегодня винит бывшего мужа. Андрей и Алиса повстречались, будучи семейными людьми. Аршавин жил с матерью, со своими 3 детьми и Юлией Барановской, но легко оставил ее, влюбившись в Алису. Также он сделал все, чтобы возлюбленная ушла от своего супруга Алексея Кузьмина. В 2016 году пара поженилась, и с тех пор жизнь Аршавиной стала похожа на ад. Супруг мало времени проводил с семьей, его часто замечали в компании других девушек. Год спустя после свадьбы супруги чуть было не разошлись, но все же сумели сохранить брак. Однако в 2019 году Алиса объявила об окончательном расставании со спортсменом, который, по ее словам, сломал ей судьбу. «Когда я уходила от первого мужа, не чувствовала себя виноватой. Мне не было стыдно и перед Барановской. Когда я спрашивала Андрея о ней, он отвечал, что дело не во мне. Мол, он бы все равно ушел», – признается 39-летняя Аршавина. Алиса продолжает негативно отзываться о Юлии Барановской и считает ее склочной женщиной. «Она очень целеустремленная и требовательная. Надо, чтобы все всегда шло по ее сценарию. Как-то она поменяла замки в квартире, где хранились кубки и вещи Андрея. Это его очень разозлило. В отместку он забрал загранпаспорта детей. Тогда Юлия впервые позвонила мне в слезах, умоляя повлиять на него. Я ей сказала, что не хочу оставаться в этой ситуации виноватой. Для меня в то время было дико, что Андрей может быть тираном», — откровенничала экс-супруга спортсмена в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия-1».